Китайской Народной Республики мужчина, житель провинции Юньнань, умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times. Он скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. СМИ уточняет, что это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Известно, что заражение хантавирусами происходит через грызунов, а в некоторых случаях распространение вируса происходило после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Однако такие случаи встречаются, но ранее фиксировались только на территории Аргентины и Чили. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного.